Привет, я Шурикстандр Давыдов. Вы ведь смотрите программу «Фанбокс» на A1? Нет? Ну, в общем, это программа обо всяких экстремальных штуках. Ну так вот, посмотрите небольшой ролик о процессе съемки этой программы. Прямо из парка «Адреналин». Я с детства не соответствовал требованиям к поведению, внешности, тонны нотаций и советов ценных получал ежедневно как следствие. Грузили меня с видом серьезным, но я не грубил, был вежлив со взрослыми, пел молча про себя просто я. Подтяните штаны повыше, юноша, подстригитесь и выключите музыку. Ваше поколение не думает о будущем. Неужели это так сложно понять и просто в покое оставить меня? Ваши слова горох, а я стена. Да пошли вы на. Вы ищете проблемы, но мне это не надо. Я вам не по зубам. И настроение мне портить не надо. Читайте по моим губам. Я видео отчет. А, чувак, сфотографируй меня. Луну давай. С тех пор прошло немало лет, и я выработал иммунитет, ведь столько раз приходилось мне петь. На экзамене преподавателю кафедры, чиновникам с их сраными справками, сотрудникам с их штрафами, взятками. И прочим хамам мелкого пошиба, истеричкам и энергетическим вампирам, с вашим настроением паршивым, да пошли вы. На моих мозгах сверхпрочный шлем, броню позитива не пробить ничем, но конфликт провоцирует не лучше ли бы всем вам пойти бы. Я снова тебя снимаю. Я на видео снимаю, типа, сука. Вы ищете проблемы, но мне это не надо. Я вам не по зубам. И настроение мне портить не надо. Читайте по моим губам. Вы ищете проблемы, но мне это не надо. Я вам не по зубам. И настроение мне портить не надо. Читайте по моим губам. Пошли вы на. Еще у меня на лапке прыщик.